интересно. По всем стенам вот здесь я вижу то же самое. Как будто полукругами срезали. И вон та стена тоже вызывает вопросы с аркой. Сейчас пойдем туда. И вот здесь вот, здесь повсюду все непонятно. Очень интересно и очень непонятно. А вот здесь я говорил, смотрел альпинистов, фотографии. Плохо видно. Совсем ничего не понять. Что, куда? Но все же, по-моему, здесь заштукатурили специально. Штукатурили все. Здесь, по-моему, вот наклонная скала. Стена под нее уходит. Здесь, по-моему, это и так просматривается. Там вот это вырезы такие ровные. Ну-ка, оттуда дальше. Это чем-то было сделано. И там тоже заложили. Интересненько. Так, здесь дерево, кусты мешают. Плохо видно. Вторую левую получше видать. Да. Здесь бы не помешал квадрокоптер, да? Близко все рядом пролететь и все хорошенько отснять. К сожалению, перед поездкой сюда я посмотрел. Здесь запрещены квадрокоптеры в данное время. Ну вот эта бойница вот как бы нормальная. Не знаю, правда, с чего можно тут выстрелить и в кого попасть. Прикинь, высота какая.
С СВД можно, я думаю, попасть кого-нибудь. А вот с лука... Ну, тот-то это, конечно, сомнительно мне. А вот те скалы, как мне отснять? Тут стены высокие. И это есть нехорошо. Ну почем? Причем это тоже вопрос сразу же возникает. Почему здесь вот было буквально по колено, а здесь раз уже и чуть ли, ну вот здесь мой рост практически 2 метра. Ну вот эта бойница уже даже для меня высокая. И это для меня высокая. И следующая, вот последняя, я думаю, подойдет. Так, и вот здесь мы видим опять же окна. Ну, как я говорил, вроде что-то сверху во все стороны. О, вот эту стеночку я могу снять. Сам, правда, очень плохо вижу. Бойница тоже, ну, как бы для стрельбы с СВД, наверное, хорошая будет. Вот здесь я не вижу. Непонятно. И вот эти краешки, уголки, вернее, соединения скалы со стеной, они практически все подштукатурены. Ну и потом по бойницам, там есть, тут нету, как-то все не пляшет. Ну, понятно, мне-то понятно, что это не была крепость. Конечно, ее использовали в качестве крепости, понятно, почему бы. Сейчас вот катастрофа, все люди скатились в каменный век, и кто-то занял здесь, группа людей. Идеальное место для обороны. Можно опять использовать. Но для чего она была изначально предназначена? Поближе. И все равно, вот видишь, как замазано идеально. Рассмотреть нереально. Ну вот если вот, вот только вот там вроде скала на скалу.
А здесь скала тоже интересно срезана под таким уклоном, а та практически ровная. Потрясающе. Ну и как я говорил, уголки-то хорошенько подмазали. Но это нормально. Вы представляете, пришел турист какой-то, увидел, что камни туда, под скалу, вернее, за скалу. Вопросы сразу. А так, вопросы, какие вопросы? Все нормально. Камни лежат на скале. Ну и вот опять. Очень низко, потом очень высоко. Ты не находишь вот это вот странные перепады стен? Ну это я не помню, у кого услышал, давно еще в самом начале, когда я только начал этим всем интересоваться. Кто-то говорил, вот если представить там, ну вторая луна, допустим, развалилась и в виде осадков выпадала. И потом все это планомерно все растекалось. Ну, по крайней мере, в Германии я везде это вижу. На какую бы сторону я ни пошел, сначала в своем городе сделал одни выводы, мне казалось, с одной стороны, там, с южной на северную. А потом, когда еще пару городов посетил, стало очевидно, что это было сверху и во все стороны растекалось все одинаково. Так, это ладно, с той стороны снимем. И потом вот здесь чистили явно. Здесь что-то подчистили. А вот это все осталось на месте. Вот такие горы. Ага, вот они, арочки. Дошло все-таки до них. А вот надо будет в самом низу обойти. Думаю, оттуда будет лучше видно. Хотя я, конечно, понимаю, что навряд ли там мы увидим. Скорее всего, будет подмазано. Это, конечно, что-то с чем-то. Жаль, еще левее. Вот здесь нужен квадрокоптер. Как ни крути, без него тут никак. Вот туда, вовнутрь, все там отснять. Его тут не увидеть. Нет, снять нереально. Вот одну первую только арку можно еще. Вот эту. Чуть-чуть рассмотреть. Даже сам не знаю, что я там увижу.
интересно, конечно. Так, вот все, я в самом углу освободили, не угол. Ну вот мы дошли до пушки. Похоже, медная. Одну я в Магдебурге показывал, правда, никто не написал. Наверное, никто не увидел, что там была дыра внутри. Я специально фонариком не стал отсвечивать. Вот там в Магдебурге, вот здесь неглубоко отверстие. Дыра, и там видно внутри пушки то ли глина, то ли земля, в общем, что-то такое. Ну, если буду там, в этот надо было в тот раз с фонариком снять, что-то я забыл. Медная пушка. Это, конечно, что-то. Представляете, такую красоту делать на медной пушке? Так, и тут, не отходя от пушки далеко, еще одну арку вижу, куда и зачем она там сделана. Дальше. Пробую отсюда, насколько я знаю. Вот
хотели мы туда вниз пройти, но увы, первая преграда — цепочка, вторая преграда — там еще забор. В общем-то, туда прохода нету, как раз где очень интересно и где похоже, что стена со скалой не так сочетается, как вроде должно быть. Ну ладно, пойдем дальше. Ну вот одна башенка открытая, маленькая, и вроде как бы с окнами и с бойницами. Пару окошечек смотровых. Правда, честно вам скажу, они даже для меня высоковаты. Я могу только очень далеко смотреть через эти окна. Ну прям буквально вот. Но если очень близко, еще на зеленый. Больше я ничего тут не вижу. Ну, боковые бойницы понятно. А эта бойница просто в никуда. Так, вижу еще одну арку, сколько их здесь много. До чего она там, непонятно. Здесь их не одна, две арки. Скалы как обрезанные там. Thank you.
Мне пришлось стабилизатор убрать. Ветер сдувает. Смотри, какие виды. А там еще и поезд едет. Вот он сейчас, вот здесь будет. Ага, вижу. Высота, конечно, жесть. С той стороны гораздо ниже, да, по-моему? А здесь чем их пообрезали, скалы? Природа, наверное, обтесала так, да? Особенно вот эту, наверное. А там стену, смотри, выложили внизу. Для чего? Подперли эту скалу, чтобы не обвалилась? Не, стена под скалу заходит, 100%. Ну, я бы не сказал на 100, ну, где-то местами видно на 99%. Ну, вот она, Саша, вон она там. Теперь вон там она, видишь, продолжается. Она же продолжается. Видела вот. Это все, в чем-то и дело. Я это, в принципе, и на фотографиях видел. Это, конечно, что-то. Но, к сожалению, самая основная проблема — это то, что все подземелья, а как везде все закрыто.